Итак, на датчике времени 15 часов 43 минуты. Сегодня 26 декабря уходящего 97 года. Мы с вами находимся неподалеку от детского садика с поэтическим названием «Гнездышко», детский садик номер 43. А находится он на улице Гагарина 112 в центральном районе города Тольятти. Именно в этом замечательном садике совсем скоро в 16:00 состоится праздничный новогодний утренник. К ребятам в гости придут на праздник и Дед Мороз, и, конечно же, Снегурочка, и, возможно, Баба Яга, а, возможно, и масса-масса сказочных персонажей. Сегодня праздник, сегодня день, который ребята наверняка запомнят на многие годы вперед. Ну, давайте знакомиться. Как тебя зовут? Ира, а тебя? Света. А тебя? Алёша. Алёш, вот я смотрю, вы уже переодеты в такие новогодние костюмчики, да? Ну тут явно царевна, да? Нет? Тут явно нету. А ты кем будешь? Я? Да. Клоном, наверное, да? Молодец. Лемпочку сделаю. Ребят, а вот как вы думаете, вот к вам сегодня на праздник придет Дед Мороз? Придет? Да. А как вы думаете, где он вообще живет? Он в другом городе, который далеко ехать и очень далеко. И не доедешь, да? А ты как думаешь, где Дед Мороз живет? Я знаю, я его пришел. Я знаю. Не знаете, да? Ну хорошо, самое главное, чтобы он пришел и принес вам подарки, правильно? А что вы хотите, чтобы он вам в подарках принес? Мне игрушку. А вам что? Нет, такой грузовик. Тебе все равно, лишь бы принес. Нет, такой комбайн. А мне эскаватор. Красивый большой, да? Да. Ну, а девчонкам, наверное, куколки, да? Большой такой. Мне уже хватает. А тебе? Не знаю, да? Хорошо. А вы сладости вообще любите? Да. Ну, то есть я перед вами положу очень много хочу. Всего разного. Что вы будете выбирать? Я не хочу сладости. Шоколадки, мармеладки, мороженое, пирожные, торты. Что? Пирожные, да? Хорошо, ребят, а что вы пожелаете вот вашим папам, мамам и себе лично в наступающем году? Ну что вы пожелаете? Наверное, счастье, да? Я своей маме чайник, который сам включается. Хорошо, а ты что пожелаешь? Добра, да? Ну, замечательно. Удачи вам, ребятки, чтобы вы были умницами и послушными, хорошо? Давайте знакомиться. Как вас зовут? Катя. Лена. Данил. И Данил. Замечательно. Вы тоже в таких прекрасных костюмах. Я знаю, ребят, у вас в детском саду было очень много разных праздников. Там праздник мам, там дни рождения. А вот Новый год. Вот из всех праздников какой вам больше всего нравится? Новый год. А почему? Там Дед Мороз приходит. Ага, и, конечно, подарки самое главное, да? А что вы ждете вот в подарок от Деда Мороза? Я машинку. А ты? Я кукла. А ты? Барби. Барби, тоже кукла, да? А вообще вот вы в садике, у вас же много времени свободного. Как вы любите его проводить? Играть, заниматься, рисовать? Рисовать. А что вы чаще всего рисуете? Зверюшек или там какие-то пейзажи, машины? Необычные животные. Хорошо. Итак, ребята, а вот как вы думаете, в мире вообще существуют там сказки, чудеса? Да. Нет. Нет? Да. Сказка. Да. Ну вы хотите, чтобы с вами что-то такое было сказочное, да? Нет. Ну он не хочет, а вы хотите? Они не пойдут. Ну замечательно. И что вы пожелаете вот себе в будущем году? Вы же будете школьниками скоро, да? Да. Что вы себе пожелаете?
Чтобы на одни пятерки. А ты? На 4,5, да, учиться? Ну, замечательно. Удачи вам и будьте умницами. Как вас зовут? Как? Оля. Денис? Маша. И Маша. Замечательно. Ребята, вы уже такие большие, взрослые. Наверное, мамам уже помогаете по дому что-то? Да. А что вы помогаете? Чистить картошку, мыть посуду. Так, вы то же самое и еще что-то, да? И в школу скоро пойдете. И в школу скоро пойдете. И в школах будет учиться на дне пятерки, да? Да. А вообще, вот дома вы в свободное время чем любите заниматься? Разукрашивать. А я играть в компьютер. На компьютере, да? У тебя игр, наверное, целое очень много, да? Мама! Хорошо. Ребята, а вот телевизор вы просто смотрите? Любите там мультики смотреть? Да. Да. У вас есть какие-то любимые? Какие? У меня это «Спящая красавица». А у тебя? Тоже, да? Ребята, а вы вообще сладости вот так любите покушать? Я знаю, что все дети любят там пирожное, мороженое. Вы любите, нет? Да. Ну вот что бы вы хотели, чтобы вам сегодня в подарки дали? Это мне куколку. Куколку первую, да? Ну а потом уже сладости, да? Да. Хорошо. А что бы вы хотели, чтобы вам в новогоднюю такую волшебную ночь под подушку положил Дедушка Мороз? Что? А тебе? А тебе? Мясо. Ну, замечательно. Мне остается пожелать вам, ребятки, чтобы в будущем году вы были такими же здоровенькими, умными и послушными. Ну, для начала давайте знакомиться. Как тебя зовут? Саша. А тебя? Андрей Квасов. А тебя? А меня Саша. То есть два Саши, да? Ну все, Андрюх, загадывай желание, выполнится обязательно. Вот в таких костюмчиках красивых. Это как называется костюм? Клоун. Как? Клоун. Клоун. Ты тоже клоун? Ну, а ты, наверное, конферансье будешь, да? Не, он тоже клоун. А, ну я такой, клоун. Ты такой солидный будешь, да? Я уже больше лет клоун. Хорошо. Не, Андрей солидный. Ребята, а вообще вот вам, вы долго готовились к празднику? Да. Наверное, такое настроение приподнятое, да? Последний раз у вас будет новогодний бал, потом в школу, да? А в школе будет? Ну, в школе там немножко по-другому будет. В школе тоже бывает. Ну, будет, но по-другому. Хорошо. А вот не жалко с детским садом расставаться? Жалко. Жалко. То есть, если бы дали на выбор, я бы не пошел в школу, да? Но в школе вас выучат читать, писать, будете умненькими. А вы вообще вот что-то в своей жизни прочитали? Сказки, например? Я читала. Я нет. Нет? Я еще? Нет. Ну, наверное, мама с папой мне рассказывают, да? Я рассказываю. А вы много сказок вообще знаете вот так? Я так не... А я много. Я немного. Ребят, я новый. А вы вообще вот верите в чудеса? Я тоже новую узнаю. Чудеса верите вы, нет? Нет. Ну, на ваш взгляд, вот Дед Мороз вообще где он живет? Это на севере. На севере. Там жарко. Ну, на севере холодно. Нет, жарко. Андрюш, а как же он на севере живет? Там дом какой-то у него или дворец стеклянный, или ледяной, наверное, да? У него стеклянный дворец. Говорили же нам. Он живет в садике, где он живет. Я знаю. Говорили, но забыл. В Атлантике. В Атлантике, да? Да. А как вы думаете, где он подарки берет? А он берет их. Ему покупают, а он берет. Нет, ему не покупают. Ну вот мне некоторые ребята говорили, что какие-то гномики он ему делает. Подарки делают. Он сам делает. Сам делает, да? А вы письма писали Деду Морозу, чтобы он вам подарки? Министр, а я ему скажу. Я вообще рано больно отошла. Ясно. Ну, я так думаю, вовремя придет. Ну хорошо, а что вы пожелаете вот вашим близким, папам, мамам, себе в будущем году? С Новым годом. А еще? А еще? Я пришла. Наверное, счастья им надо пожелать, папа. Здоровья. Она уже давным-давно пришла. Саш, что ты пожелаешь своим родителям? Рождества. Праздника. И добра, да? А ты? Я желаю
С Новым годом, счастья и успеха. Ну, молодцы, удачи вам тоже. Ну, для начала, давайте знакомиться. Как тебя зовут? Света. А тебя? Женя. А тебя? Яна. Яна. Света, Женя и Яна, да? Ребята, я смотрю, такие раскрашенные, все такие празднично одетые. Вам вообще нравится вот новогодний праздник? Да. А чем вам он нравится? Подарки приносят. Хорошо. А вот папы с мамами вам подарки тут уже сделали к Новому году, нет? А ты кто такой? Ну что вы хотели бы, чтобы вам... А что тебе сделали? Ты похож на Снежинку. А нам сестру сделали. Игрушки подарили, да? А что? Нам две сорочки купили, две рюкзака. Ну вам очень понравилось, да? А вам сделали какие-нибудь подарки? Еще нет, да? Мне Дед Мороз под елку носит, бычка принес. Ясно. Значит, вам впереди в новогоднюю ночь произойдут какие-то волшебства, и вам что-то подарят. Хорошо, ребята, а вообще вот вы верите в чудеса? Да. Хочешь что-нибудь такого сказочного, чтобы произошло, да? Да. А вы вообще сказки любите? Да. А что вы вообще еще любите делать? Я люблю Дэнди играть. Дэнди. Песни петь. Песни петь. Хорошо, ребятки, а что вы пожелаете вот своим близким и себе тоже в ближайшем году, чтобы случилось, произошло? Я им дам, чтобы у них произошло это, чтобы это была коллекция человека. Хорошо, а ты? Чтобы куклу подарили. Куклу подарили, а ты? Я хочу себе дом для Варюши. Ну, замечательно. Мне остается, ребята, пожелать вам, чтобы вы, когда пойдете в школу, были круглыми отличниками, чтобы у вас все было прекрасно. И здоровье, и здоровые родители. Хорошо? Ну, давайте знакомиться. Как вас зовут? А тебя? Оля и Лена. Замечательно. Вы такие сегодня красивые. Вы, наверное, будете какими-нибудь сказочными героями, да? Снежинками? А ты кем будешь? Песню будешь, а ты кем будешь? Хорошо. Ребята, а вообще вот вам нравится Дед Мороз? Да. А Баба-Яга? Нет. Нет. А кто вам еще нравится из сказочных персонажей? Мне нравится Кощей Бессмертный. Кощей Бессмертный. Кощей Бессмертный. А чем он тебе нравится? Ясно. А тебе нравится кто-нибудь еще? Да. Наверное, Снегурочка, да? Она такая добрая, красивая. Как, ты хочешь быть Снегурочкой, нет? Хочешь. Хорошо. Ребята, что вы бы пожелали своим папам и мамам? В новом году. Ну, я вам помогу. Здоровья, наверное, счастья, а еще чего? Хотят? Что вы хотите мамам и папам пожелать? Добра, радости. Замечательно. А что бы вы хотели, чтобы вам новогоднюю ночь подарили? Мне бы хотелось два киндера. Два киндера. А тебе? Игрушку. Куколку? Мне мягкую. Мягкую игрушку, да? Мне мягкую. Ну, замечательно, ребятки. Мне остается пожелать вам, чтобы вы в первом классе были такими умницами, учились на круглые пятерки. Хорошо? Так,
ребята, давайте-ка мы с вами со всеми познакомимся сейчас. Когда я скажу три, все-все-все дружно называйте свои имена. Договорились? Да. Раз, два, три. Не услышала я вон там тех детишек. Давайте еще раз. Раз, два, три. О, хорошо. А меня зовут Кнопочка. Всех зовем на представление. Сегодня мы вам, ребята, покажем очень интересную сказку. В программе нашей шутки, песни, конечно, Дед Мороз придет. Снежинки, льдиночки у елки начнут свой дивный хоровод. У нашей елочки красивые начнутся сказки, чудеса. Разноцветными огнями зажжется елочка краса. Веселой, звонкой музыкой пусть озарится этот зал. Начинаем наш чудесный, наш новогодний карнавал. Платье на елке зеленого шелк, яркие бусы блестят на груди. Елка в кармашке свои золотые, спрятала множество разных сластей и протянула ветки густые, словно хозяйка встречает гостей. Дерево рух, нет денег на то, все елка хоров и праздник хоров. Thank you.
нас, бабуленька, Егоренька, что мы так к тебе отнеслись. Оставайся с нами. Оставайся. Что ж там говорить, ладно? Оставайся. Останусь. Баба Яга. Только вот не знаю, куда летательный аппарат положить. Ну ты молодцы, поделочка. А у нас ребята баба Яга, знаешь, что у нас умеют? Я пришла спросить, а умеют ваши ребята петь? Да. Да, слышала я, как вы поете. Даже в избушке слышно было. Кричат так громко. Но понимаешь? Шучу я, ребята, хорошо вы пели. Так, петь вы умеете, а танцевать вы не умеете? Умеем! А ну-ка, скажите, как танцевать умеете? А вот... Лучше меня прямо танцевали. Ну, играть не умеют. Умеют. Ну, конечно, умеют тебя играть. Узнаем, бабуленька. Вот ты сейчас посмотри, как мы играем. А ну-ка, не надо ручки. Ручки погнали. И две ручки. Дружно съехали гурьбой. Мяу! Мяу! Мяу!
я думаю. Ее не растили и снега слепили. Снежная большая, кто же она такая? Сами на праздник ушли, порой за себя бывает неловко. Вместо носа торчит морковка, ведро и корзина на макушке надета, платок на шее неизвестного цвета. О, как мне стабильно, и сами на праздник ушли, меня не взяли с собой. Расскажи-ка поскорее, что в корзиночке твоей? Я снежки для вас слепила и в корзиночку сложила. Пели вы и танцевали, а в снежки-то не играли? Не играли. Вот давайте, ребятки, с вами поиграем в такую игру «Собери снежки». Бабка Яга, может, а вы поиграете сначала? Ой, да устала я, но в такую игру я люблю играть. Давай, не давай. Только по-честному, я глаза завяжу вам, чтобы вы не видели, что брать. А как же я так-то буду играть, если не буду видеть? Ну ты чувствуй снежки, где они лежат. Так, а ты не подглядывай, не подглядывай. Я честная, Ягуля. Все по-честному. Да не надо мне, я к вам ну, честные не, не будем. Чуть-чуть надо. Надо, не надо. Алёш, пошли. Так, вот сейчас мы посмотрим.
подглядывает клоун. Нет, он по-честному играет комплекс. Раз, два, три! Thank you.
Дедушка,
Ребята, погляжу. Ну, девочки, сами слушают. И послушайте, какие наши ребята. Кто стихи про ёлку знает? Наверное, все прочитают. Таких ребят немало есть, кто хочет нам стихи прочесть. Здесь кто стихи? Ну-ка, кто, ребята, расскажет стихотворение? Дед Мороз. Яночка, иди сюда. Пушистая зеленая в шубейке снеговой пришла на праздник елочка морозной зимой. Снежинки серебристые на веточках блестят, льдинки как бубенчики тихонечко звенят. Мы водим возле елочки веселый хоровод, и вместе с нами елочка встречает Новый год. Ох, умница, ребята! А еще, ребята, кто знает? Алешенька. Иди, Алеша, расскажи. Он на клубу пляшет. Наша вещь, как сон в сказке, за ночь вымести мороз. А на луканке сова ёлку из леса привёз. Ёлка плакала сначала от домашнего тепла. Утром перестала, что дышала, ожила. Чуть-чуть дрожат её иголки, на вздыхах не заждать. Как по лесенке по ёлке, огоньки стыкают пусть. Плещет золото плакушки. Зеброзую зашу, добежавши до макушки, самый смелый огонек. Молодец. Шишки. Шишки. Да иголки. Разноцветные шары не растут на елке. Не растут на елке пряники и флаги. Не растут орехи в золотой бумаге. Эти флаги и шары выросли сегодня. Советской детворы праздник новогодний. В городах мои страны, все в поселках. Молодец. А еще ребята знают стихи? Ну, кто еще знает? Угу. Леночка, ну идем скорее. Давно так ведется на свете. Под вечер в конце декабря приедет волшебник в карете. И золото и дарь проедет по улицам ярким. И каждому дому свернет. Раздать ребятишкам подарки, а взрослым детям. А вот у волшебника мчится, до горы летает моря. Все именно так и случится, под вечер в конце декабря. Молодец. Еще, ребята, знаете стихи? Все рассказали? Всем рассказали. Хорошо рассказали. Мне очень понравилось, какие вы стихи рассказали. Ну, ребята, мне так жарко стало. Не привык я жить в тепле. Нет снежинок со мной здесь. Я почти растаял весь. Thank you.
Спасибо вам. Дедушка Мороз, а у нас для себя есть сюрприз. Вот иди-ка, отвернись. А потом мы тебя позовем и тебе покажем. Интересно, интересно. Какой сюрприз ты взяла? А зайдешь, зайди. Чтобы ты не живи. Танцевать умею. Танцевать умею. Считай, Петр. Раз, два, три!
понимаю, это мать. Так нечестно. Еще раз учишь. А за ну по-честному, Дед Мороз, пожалуйста. Раз, два, три. Взрослые на вас смотрят.
вам вообще? Чуть я не буду. Я тоже не буду. Давай. А что вы тут собрались, да? На Новый год! На Новый год! А подарки будут? Будут! Чё, мои подарки? Чё, мои? Алё, чё это мои? Мои подарки? Я первый спросил. Ну, можно ж поделить его. Поделить? С ним поделить? А как? Поделить. Ребят, давай. Как давай. Поделить? Пополам. Пополам? Вот так считать, вот вы разными не считаете. Пополам. Я кажется, что... Ага, один подарок, а нас двое. Как-то пополам. А мы с ребятами покараулим подарок, да, ребята? Покараулите? Покараулим. Вместе, Васильева. Вместе. Васильева. Все возьмите по иголочке, все по иголочке.
Превратитесь иголки подарками с елочки. Еще раз, давайте, ребята. Превратитесь иголочки подарками с елочки. И давайте еще раз подкидываем и говорим. Превратитесь иголочки подарками с елочки. Подкидывайте вверх. Ура! Смотрю, вы уже после утренника с шоколадками, с подарками. Нет, я... А, это маме отдала, да? Дома будешь кушать. А я конфет не буду есть. Зубы бережешь? Маша, вы уже была. Хорошо, а как вас зовут? Маша. А Таня. Тебя? Даша, да? Таня. Таня, а тебя? Аня. Аня, хорошо. Ничего страшного, ничего страшного. Итак, ребятки, вообще вам понравился вот Дед Мороз? Да. А кто больше всех понравился, то есть персонажа? Снегурочка. Снегурочка красивая была, да? Вот вы вырастете большими, наверное, тоже будете похожими на Снегурочку, да? Да. А как вы думаете, вообще Дед Мороз, он где живет? На Северном полюсе. А ты как думаешь? В лесу. А на Северном полюсе у него там что, дворец или дом? Дом. Дом, наверное, да? Ребят, а что бы вы хотели, чтобы вам подарили вот... из игрушек на Новый год. Ну, куклу или там какую-нибудь мягкую игрушку. Да, я хотела все для Барби. Все для Барби вам нужно, да? Хорошо, девчонки, ну и в заключение такие ваши пожелания вам на будущий год и вашим близким родителям. Что вы им пожелаете? Добра, наверное, счастья. Да. И всего хорошего, да? Да. Ну, молодцы. Ну, мне остается пожелать вам удачи, чтобы вы были такими же красивыми и умными. Хорошо? Да. До свидания. Как же щеки теперь отмывать, а? Мама, конфеты уместила?